Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приветствую вас, драгоценные мои. Мир вам и любовь да умножится. Рад сегодня быть с вами в прямом эфире. Рад, что вы сегодня присоединились ко мне. Пусть Бог благословит вас обильно. Очень-очень дорожу каждому из вас. Благословляю, ценю. Пусть Бог наполнит ваши жизни, ваши сердца светом, любовью, духом своим. Пускай Господь наполнит вас, пускай Господь откроет окна небесными вами, пускай Господь изольет на вас благословение до избытка. Аллилуйя. Сегодня у нас день прекрасный, сегодня день благословенный, вторник, и мы славим Господа, и день особенный. Почему особенный? Потому что мы в Академии Духа Святого находимся сейчас и продолжаем нашу тему. У нас очень скоро будет Пасха. Пасха — это праздник воскресения Христова. Христос умер и воскрес. И мы радуемся вместе, и радуемся светлому воскресению Христову. Радуемся, что Христос живой, Он не мертвый, Он живой. Он подарил нам надежду, Он подарил нам жизнь, Он подарил нам будущность, Он подарил нам все. Все, все, все подарил, чтобы мы были благословенные. И в этот день пасхальный мы приходим с особой жертвой. У нас в Алмате такая традиция, мы приносим пасхальное семя воскресенья. Мы собираем где-то в течение полгода свои семена, свою жертву и приносим Господу жертву воскресенья. Если ты хочешь принять участие и ожидаешь чуда, если ты веришь, что Бог что-то сделает, давай будем вместе влиять на небеса, влиять на окружающих, влиять на себя. Знаете, жертва что делает? Жертва делает с нами что-то особенное. И сегодня мы будем говорить о милосердии. Бог имеет особенное отношение к милосердным, Бог имеет особенное отношение к людям, которые служат и любят других людей. Бог благословляет милосердных. Аминь, аминь, аминь. У Бога есть огромнейшее благословение для людей, которые, которые ну, будем про этом говорить позже. Сейчас приветствую всех тех, кто у меня в Дом Вере. Всех моих Дом приветствую. Если вы хотите попасть э, на дом веры, вам нужно пройти на дом и вы там нажмете на ссылку «Лайвстрим» и окажетесь в лайвстриме, и сможете в прямом эфире со мной общаться и писать записки. И сейчас уже видно, как много людей присоединилось к нам, открывается, пишут записки. Анатолий Салматы, Слава, приветствую вас. Приветствую всех людей, кто пишет, благословляют. Знаете, как приятно видеть вас всех. Мир вам, мир вам, и вам мир. Пусть Бог благословит вас. Потрясающе, потрясающе. Вы знаете, они все пишут, что-то там говорят. Благословляю вас. Аминь, аминь, аминь. Хорошо. Итак, дорогие мои, присоединяйтесь к нашему общению, присоединяйтесь к Дому Веры, присоединяйтесь к хвале и поклонению. Давайте вместе славить Господа. Сейчас совершим молитву. Если вы ожидаете чуда, я тоже ожидаю чуда, и я верю, что Бог благословит. Благословит. Благословит всех нас, благословит вас. Давайте помолимся. И потом Андрей Шиповский прославит нас и прославит не нас, а прославит Господа. Я уже заговорился. Андрей Шиповский прославит Господа на, на игре на гитаре. Но вначале помолимся. Хорошо? Аллилуйя! Господь благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты держишь нас в своих руках. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь нас. Благодарю Тебя за то, что Ты вразумляешь нас. Я прошу Твоего благословения. Я прошу Тебя, Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Да будет благословено Твое имя. Да будешь Ты прославлен. Мы, Господь, хотим прославить Тебя, и в этой короткой молитве мы приходим к Тебе с благодарением. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. И поклоняемся Тебе. Да будет имя Твое прославленное и возвеличено. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мир Вам, дорогие мои. Я Максим Максимов. И это программа Дом Веры. Добро пожаловать в Дом Веры, в нашу интернет-общину. Если у вас есть желание, присоединяйтесь. Вы можете пройти на сайт домверы.ру и загрузиться на наш, на наш лайфстрим, если у вас получится попасть в наш... На наш сайт то будет очень благодарен каждому из вас за активное участие. Люди пишут комментарии, пишут сообщения. И я всегда рад, что кто-то мне может написать что-то. Мы все это время говорим об успехе: успехе в христианской жизни. Мы говорили на разные аспекты. И вот один из составляющих успешной христианской жизни это это добродетель, добрые дела. И в прошлый раз мы с вами начали говорить о добродетельности. Мы начали говорить о добродетели, о добрых делах, о милосердии. Помните, когда Иисус собрал всех э, перед собой и отделил козлов от овец? А, кофе вкусное. Одних по правую слову, а козлов по левую. А кто оказались козлами? А козлы это те, кто э, Иисус скажет им, жаждал я, вы не дали мне есть. Это Матфея 25 глава, 42 стих. Он скажет козлам, я жаждал, вы не дали мне, я был голоден, вы не дали мне есть. Жаждал, не напоили меня. 43 стих 25 главы. Был странником, был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице был, вы не посетили меня. Тогда они скажут ему, Господи, 44 стих, 25 главы Евангелия от Матфея. Господи, когда мы видели тебя алчущим, когда мы тебя видели алчущим, или жаждущим, или странником, когда мы видели ногим, или больным, или в темнице, или не послужили тебе, когда, Господи? И 45 стих, и он скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали одному из меньших стих, не сделали одному из меньших всех, то не сделали мне и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. О как! Хорошо. Итак, с вами мы прочитали, что Господь очень серьезно относится к тем, которые не помогает людям одному из меньших всех. Если вы не помогли одному из меньших всех, то вы не помогли мне. Если вы кому-то из этих ребят не помогли, кто нуждался? В Средневековье была такая поверье, что Господь э, приходит в образе нищих, или ангелы приходят в образе нищих, попрошая их, для того, чтобы проверить, как ты, э, как ты встретишь его и как э, ты э, отреагируешь на Его приход. И вот это поверие очень сильно вторглось в сознание, э, в сознание людей, что Бог ожидает от нас милосердия. Бог ожидает, что мы будем открыты и будем служить Ему. Бог ожидает, что мы, ожидается, ожидается, что мы откроем свои сердца и будем служить бедным. Вопрос, вопрос даже не в бедности, а вопрос в нашем отношении. Сегодня много людей, они готовы что-нибудь делать. Я готов что-то делать, но в сердце они не готовы. Сегодня мы посмотрим, посмотрим, что Господь, Обещать. Итак, для кого собирают деньги, богатство, люди, Писание говорит. Давайте откроем притчи, это Старый Завет рядом с Псалмами. притчи 28 глава и стих 8. Будьте любезны, запишите в ваших конспектах. Притча 28 глава и стих 8. Написаны такие слова. А, умножающий Тот, кто умножает свое имение а, Ростом или хвою а, То есть инвестор Или банкир Или а, ростовщик Собирает его для благотворителя Бедных Вау Тот, кто собирает себе Кто беспокоится о приросте своего имения Кто Зашибает деньги Думает, деньги, деньги он собирает для того, кто будет благотворить бедным. Наверное, поэтому у многих а, а, богатых а, людей есть жены-благотворительницы, а, которые раздают деньги нищим, умножающие имение свое ростом или хвой собирает его для благотворителя бедных. А, вообще очень много сказано в притчах. Притча 28 глава, 27 стих. 27 стих. Здесь написано такие слова. Дающий же нищему что? Не обеднеет. Тот, кто дает нищему, не обеднеет. А кто закрывает свои глаза, вот там нищий сидит и говорит, подайте, подайте мне. Я не вижу тебя. Я, тебя. я тебя не вижу. Подай, пожалуйста, подай. Я тебя не вижу. Не вижу. А тот, кто закрывает глаза или отводит глаза... Дай! На том много проклятий. Вы представляете? Тот, кто закрывает, отводит глаза от нищего, на то много проклятий. Кто не замечает нищих, на то много проклятий. Притчи 19. Посмотрите, что Писание говорит. Притча 19 глава, 17 стих. Открыли? Притчи 19, 17. Откройте, пожалуйста. Я хочу прочитать для вас это место. Благотворящий бедному дает кому взаймы? Господу. Тот, кто благотворит бедному, делает очень интересную вещь. Он дает взаймы Богу. Занять денег Богу. Как насчет этого? Тот, кто дает бедному, тот дает, а, И Он воздаст ему за благодеяние Его. Вау, вау, вау! Какое место потрясающее, дающий нищему не обеднеет. Он дает Господу взаймы. Аллилуйя! А, давайте откроем а, притчи 22 глава, 9 стих. Откройте притчи 22, 9. Тот, кто милосердный, тот будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Мы готовы пожертвовать от чего-то хлеба. От чего хлеба нужно пожертвовать, дающий от хлеба. Включаю, включаю, Андрюш. Смотрите, дающий нищему милосердный будет благословляем, потому что дает от хлеба от хлеба чего? Чужого. Да? Так написано у вас. Дающий хлеба. Мне так часто люди жертвуют от чужого хлеба. Максим, пусть тебе помогут о, богатые какие-нибудь. Угу, спасибо за ваше щедрое участие. Да, у них так много хлеба. Пусть они богатые тебе помогут. Люди вот всегда готовы пожертвовать что-то чужое, вот знаете, вот это меня удивляет. Всегда, вот если что-то не не твое, он говорит: "О, пусть Бог благословит тебя, пускайте богачи, американцы, немцы, французы, какие-нибудь там люди за границей будут давать тебе, пусть Бог благословит тебя щедрыми даятелями американскими, у, -у. дающие нищему, не обеднеет и тот кто дает от хлеба своего, будет благословляем. Так говорит Священное Писание. Я обращаюсь сейчас к каждому человеку. Послушайте, Писание говорит, тот, кто дает, тот будет благословляем. Смотрите, что написано в притчах 21 глава 13 стих. Откройте, притча 21, 13. Притча 21 глава 13 стих кто затыкает уши свои от вопля бедного, не хочу слышать, не хочу, чтобы не слы... я ничего не вижу, я ничего не слышу, я ничего не знаю, я ничего не вижу. Тот сам вопить будет и не будет услышан. Послышите меня? Уши закрыл от вопля бедного, вопить будешь. Уши закрыл от вопля бедного, ты сам вопить будешь. Аллилуйя. Сам вопить будешь. Закричишь так, что мало не покажется. Закричишь так, что э, ну завопишь ужас. Тот, кто закрывает уши от вопля бедного, сам вопить будет. Аминь, аминь, аминь. Люди дорогие, когда мы с вами говорим на эту тему, это очень важно, чтобы мы понимали, что это священное писание. Это говорит Господь. Это Бог обращается к нам. И Он рассказывает, показывает свое отношение, свое отношение к свое отношение показывает к благотворителю, свое отношение показывает к тем людям, которые служат, которые Открываются. Свое отношение показывает тем людям, которые посвящают, дают. Он показывает свое отношение. Быть милосердным, благотворительным, щедрым. Не закрывать уши и глаза. Вот это так мне нравится, что кто глаза свои закрывает, отводит. Кто уши свои закрывает, тот сам вопить будет. И будет проклят. Так говорит Писание. Аллилуйя. Когда мы говорим о добрых делах, Писание говорит нам, э, Псалом э, 33, 15 стих. Вы знаете, зло, оно идет в нашу жизнь. Псалом 33, 15. Откройте, пожалуйста, Псалом 33, 15. Здесь написано так. Уклоняйся от зла и делай добро. Вы знаете, вот такое, ищи мир и следуй за ним. Уклоняйся, вот так зло идет, и раз раз уклоняешься, как от удара, знаешь, боксер бьет, и раз раз ты отвел, раз отвелся, раз укрылся. А уклоняйся от зла и делай добро. Я думаю, что вот этот алгоритм для каждого христианина: уклоняться и делать добро. Уклоняйся от зла и делай добро. Делай добро. В Прошлый раз мы с вами говорили, когда Каин. Обиделся и там на брата огорчился. И Бог пришел Каину. Не к Авелю пришел, а Каину. Он пришел к Каину, Каин разозленный сидит, недовольным. Знаете, первое убийство было на религиозной почве, потому что после молитвы Бог презрел на жертву э, Авеля, а на жертву Каина Бог не презрел по какой-то причине, я не знаю, по какой причине Бог не презрел на жертву Каина. Ну, по какая-то была причина, я не знаю почему. Некоторые говорят, потому что он от земли принес, Авель от ягнят принес. Я не знаю, все в руках Господних, но Бог обратил внимание на жертву Каина, и не обратил, он не обратил внимание на жертву Каина, а обратил внимание на жертву Авеля. Тот огорчился, сидит плохо ему, недовольный, все сидит, ворчит, все плохо, жизнь ужасна. И тогда Господь говорит Ему, бытие 4 глава, первая книга Библии, самое первое, бытие 4 глава. И стих э, будем читать. 6. И сказал Бог Кайну, почему ты огорчился? Почему? Отчего поникло лицо твое? От чего такое ружье? Почему? Почему ты такой недовольный? Что, что случилось? Эй! Что случилось? Если делаешь доброе, не поднимаешь глаза, седьмой стих, поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, если ты не делаешь доброго, тогда грех у дверей лежит. И Бог говорит о грехе. Впервые Бог говорит о грехе даже он не о грехе говорит, а о том, как победить грех. Грех лежит, и он влечет себя, но ты господствуй над ним. Послушайте, дорогие мои, если доброго не делаешь, грех у двери лежит. Если доброго ты не делаешь, так Господь обучал Каину. Если перестал делать добро, лицо поникло, и у дверей лежит грех. Потрясающие места Писания Исайя, 1, 1, Исайя пророк Исаия, 1 глава, 16 стих. И он говорит такие слова: 16 17 стих. Исаия, 1 глава, 16, 17 стих. Он говорит: Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от глаз моих. Перестаньте делать зло. И 17 стих. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Смотрите, как потрясающе. А, Перестаньте делать зло. А второй следующий стих. Научитесь делать добро. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Хватит творить зло. Научитесь делать добро. А, Иакова Новый Завет откроем. Иакова после Евангелия находится 4 глава, 17 стих. Иакова 4,17. 17. Иакова 4, 17. Здесь очень жесткое, очень жесткое а, послание. Иакова 4,17. А, я хочу, чтобы все вы очень внимательно, даже подчеркнули в своей Библии, это, это, это послание очень-очень четко. Яковлев говорит так. Итак, кто понимает, что нужно делать добро и не делает, тому грех. Кто разумеет делать добро и не делает, вот здесь есть, здесь нет. Здесь есть, здесь нет. Здесь есть, здесь, здесь понимаю, здесь не понимаю. Здесь понимаю, здесь не понимаю. Кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. разумеет делать добро понимает что надо делать добро и не делает тому грех очень это новый завет ты скажешь но ну, это же это новый завет это вот новый завет это вот все как вот Писании сказано так и есть вот это новый завет тебе Ах. третье послание Иоанна Иоанн три послания написал, третье послание Иоанна, там одна глава и одиннадцатый стих. Третье Иоанна, возлюбленный, он обращается к Иоанну и говорит, возлюбленный, открыли? Третье Иоанна, первая глава, одиннадцатый стих. Возлюбленный, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, какие красивые слова. Вообще эти слова достойны подчеркивания в вашей Библии. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Потрясающе, потрясающе. Возлюбленный. подражай злу добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Аллилуйя. Вообще, откройте первое послание Петра первое послание Петра, вторая глава, и ну давайте с 11 стиха. С первого послания Петра, вторая глава, с 11 стиха. Я считаю, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, но провождать или проводить жизнь добродетельную, провождать добродетельную жизнь нашу между язычниками, дабы они за то, что засловят дабы они за то, за что вас, как злотеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Увидя добрые дела, прославили Бога. Чтобы увидя добрые дела, прославили. Вас злословят, делайте добрые дела. Вас обижают, делайте добрые дела. Вас э, язычники ругают, делайте добрые дела. Но когда они увидят, они прославят Бога. И 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Это 13 стих. Царули, как верховной власти, правителям, как от него посланием для наказания преступников, и для поощрения, делающих доброе. 15 стих. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Аллилуйя. Ну, пастор, я уже устала делать добро. Я делал добро, я делал добро. Я, я уже все, я уже в разочаровании. Сколько можно делать добро? Открываем Галатам шестую главу. Галатам, это Новый Завет, почти в самом конце, 6 глава, 9 стих, Галатам 6, 9. Здесь, и дальше будем читать несколько стихов. галатом Галатам 6 глава. Делает добро, да не унываем. Не унываем. А, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. А наиболее в первую очередь своим поверьем. Будем делать добро всем, но в первую очередь своим поверием. Аллилуйя! Иисус Господь! Слава Господу Иисусу Христу! Будем делать добро всем. Будем делать добро всем, а наипаче Своим поверием. С этого с чего начинается Родина? Вот с этого. Будем делать добро всем. Аллилуйя! Мы с вами читали в прошлый раз Ефесиным 2 глава, 10 стих. Наше предназначение, наше спасение не от добрых дел. Наше пребывание в Царстве Божьем не от добрых дел. Но за добрые дела мы получаем награду. И еще, Ефесина 2 глава, 10 стих сказано, мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, Послушайте, потрясающее послание Ефесиным в Новом Завете, потрясающее послание. Мы созданы на добрые дела. Мы созданы, которые Бог предназначил нам исполнять. Аллилуйя. Люди, Бог не попросил, Он предназначил. Бог поставил назначение, Он дал нам задание. Он дал нам задание, что мы должны делать добрые дела. А что же богатым? богатым написаны такие слова. Откройте, пожалуйста, второе Тимофею, второе послание Тимофею. Буду читать много. Первое, простите, Тимофею, шестую главу. Первое Тимофея, шестая глава. Открывайте. Давайте, 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 давайте. У нас времени мало остается. Первое послание Тимофею, шестая глава. Я буду читать 17 стиха. Вы готовы? Первое послание к Тимофею, 16 глава, 17 стиха. 6.17. Богатых в настоящем веке увещевай. Учи. Чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, а на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог дает все обильно для наслаждения. Следующий стих. Чтобы они благодетельствовали и богатели не только денежками, но и добрыми делами. Богатели добрыми делами. И были щедры, и общительным, чтобы они богатели добрыми делами и были щедры и общительны, чтобы они богатели добрыми делами. Слава Господу! Увещевай, увещевай, чтобы они богатели добрыми делами. Жив Господь! Для богатых Посмотрите, как написано. Чтобы они благодели, были щедры и общительны. Еще раз откройте 18 стих. И дальше из 19 стих. Первая Тимофея, шестая глава. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Можно на небесах собирать себе награду, сокровища. Через милосердие и добрые дела. Аллилуйя. Второе Тимофею теперь откройте, третью главу. Апостол Павел пишет Тимофею 2 послание, 3 глава, 17 стих. Второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. Да будет совершен человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Хотите быть совершенным, совершенным в Боге, совершенным, тогда вы должны быть ко всякому доброму делу приготовлены. Аллилуйя! О, Господь! А что нам делать? Евреям 10 глава. Ну, это сегодня, как много мест писания, сейчас уже фирка к концу подходит. Здесь написаны такие слова: Евреям 10 глава, 24 стих. Евреям 10, 24. Будем внимательны друг к другу. Евреям 10, 24. Открыли? Я чувствую, у вас там уже страница вот так летает. Евреям 10, 24 написано: Будем внимательны друг к другу. И дальше, поощряя, Евреям 10, 24, поощряя к любви и добрым делам. Наша задача поощрять друг друга к любви и добрым делам. Я вас хочу поощрять сегодня, дорогие мои. Первое, любите Бога, любите людей. И второе, делайте добрые дела. Апостол Павел учит нас, евреям 10.24, поощрять, поощрять друг друга к любви и к добрым делам. Вдохновлять, благословлять быть внимательным друг к другу, поощрять к любви и добрым делам, поощрять к любви и добрым делам, поощрять к любви и добрым делам. Я вдохновляю вас, вдохновляю вас сделать все, что в вашей силы возможно, чтобы вы были исполнены добродетелей. Вы помните про Тавифу, которая была воскрешена из мертвых Из-за добрых дел, которые она делала Творила много милостынь Она творила много милостынь И а, она была воскрешена из мертвых Вспомните, как ангелы пришли в движение к к римскому оккупанту, фашисту, который пришел на землю Израиля, захватил эту землю вместе со всеми своими фашистами, которые пришли туда. Те римские итальяшки захватили землю Израиля и угнетали. Но среди них был один особенный парень, сотник. В Кесаре, Деяния апостола 10 глава, 1 стих, был некоторый муж именем Корнилий, к которому пришел ангел. Один из сотник. Он благочестивый, боящийся Бога. Всем домом своим творивший много милостыни. Творил много милостыни. И народу всегда молившийся Бога. Он видение ясно увидел. Деяния апостолов. Десятая глава, третий стих. Он видение ясно увидел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал. Корнелий. Четвертый стих. Он же взглянул на него сказал, испугав, сказал, Господи, что Господи? Ангел сказал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Молитвы, милостыни. Аллилуйя. Я заканчиваю свой прямой эфир. Сегодня я дал вам огромное количество мест писаний и хочу вдохновить вас. Продолжайте творить милостыни и много молиться, и вы увидите чудеса в вашей жизни. Ангелы придут в движение вы вас воскресят из мертвых, вы будете приготовлены к добрым делам, благотворительная душа будет насыщена, дающий бедному не обеднеет, а кто закрывает уши и отводит глаза, тот сам вопить будет и проклят будет. И тот, кто только занимается умножением своего капитала, имением, он собирает его для тех, кто будет благотворить. Он собирает его для благотворителя бедных. Вот такое вот интереснейшее послание у нас с вами. Я вдохновляю вас. Люблю вас всех очень сильно. И Писание говорит, чтобы я поощрял вас к добрым делам. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь, да вразумит вас Господь, да явит Господь свою силу, свою славу, явит от Духа своего. Господь благословит вас именем Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Боже, благослови, благослови. Благослови каждого человека. И именем Иисуса Христа я говорю благословение над вами, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Я люблю вас, ценю всех вас, драгоценные мои, пусть Бог благословит вас обильно. Держитесь за Господа, ищите его лица. Аминь, аминь, аминь. Хочу поблагодарить всех тех, кто участвует, благотворит на нашу камеру собираем мы, нам нужна еще одна камера, мы уже почти, почти 80% собрали, еще немного осталось, небольшой рывок, я благословляю вас и благодарю Бога за каждого из вас. Господь да пребудет с вами. В конце хочу сказать спасибо вам за участие, спасибо за веру, спасибо за молитвы, спасибо за то, что вы вместе с нами участвуйте, поддерживайте, благословляйте, благодарю Бога за вас. Аминь. Я прощаюсь с вами и в конце хочу сказать, что мы встречаемся здесь каждый день, кроме субботы и понедельника, каждый день в прямом эфире мы обсуждаем, как это происходит. В это же время, сейчас посмотрите на часы, завтра в это же время мы с вами будем встречаться, ну, на час раньше. И мы с вами будем встречаться в прямом эфире. Вы можете мне задавать вопросы, писать комментарии. Пусть Бог благословит вас. Ценю, дорожу и люблю. Вы у меня родные, любимые, ценные. Вы у меня... Вы дом веры. Я вместе с вами каждый день. И я знаю, что вы у вас будет все хорошо, я знаю, что у вас все получится в жизни, я знаю, что вы достигнете многого. Ваши комментарии появляются, многие благословляют, благодарят, я тоже благодарю вас, благословляю. Спасибо за то, что вы участвуете в пробуждении. Спасибо за ваши десятины, за ваши приношения, спасибо за верность. Не просто эмоциональный всплеск, а за верность, за верность в даянии Господу. Многие люди, они потребляют но вы не только потребляете, вы и отдаете. Ваши, ваши семена принесут плод Царствию Божьему. Я тоже сею, я тоже благословляю, я тоже участвую, я дорожу вами. Хранит вас Господь, держите за Господа, цените Господа и наполняйтесь Его Духом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.